Мам, я не поняла, почему ты ничего не снимаешь, нет новых постов? Мне, Маша, надо найти директора конюшни, потому что... Зачем? Лошадь не прокат. А я не подхожу вместо лошади. Ты обещаешь, что тихонько возьмешь, тихонечко, тихонечко, вот, тихонечко, бери тихо, молодец, тихонечко, молодец, умница. Мам, что с тобой? Ну, нельзя. Ребят, посмотрите, какую красоту плетет моя мама. Это можно сойти с ума. Ну, с ума сходить не надо, это лишнее. Представляете, сама. Погода сказочная. Конец августа.